Друзья, всем большой привет! Меня зовут Алексей Роганов. Сегодня 55 августа. Я планирую совершить одно безумство. Поехать в Крым на мотоцикле. Это будет нелегкое испытание, так как в Москве сейчас около 0 градусов. Ночью вы сами знаете, что погода нас не радует. Вот. Ну так получилось, что нужно ехать. Планирую выполнить норматив по дороге. Норматив «Железная жопа». Это 1000 миль за сутки, то есть 1610 километров. Ну, если не получится, если не сдюжу, то русская верста. 1067 километров за 14 часов 23 минуты. Не знаю, почему такие цифры, надо будет загуглить. По дороге буду собирать чеки заправок, чтобы отчитаться о пройденном расстоянии. Вот. Ну, планирую первую ночевку сделать в Керчи. Или в Керчи, я не знаю, как правильно будет. У меня там друг уже приехал недавно, тоже будет перегонять мотоцикл. На обратном пути вместе поедем. Вот, у него заночую. Если не получится, да, в Ростове тоже у меня есть семья знакомая, фигуристы, девочка-фигуристка, и, собственно, у них останусь, если что. Вот. Кроме того, хочу успеть на закрытие сезона 28 числа, 28 сентября. Это у нас 58 августа. Я думаю, что возможно получится, возможно нет. Если что-то случится по дороге, поломка там или что-то еще. Вот. Но в любом случае, еду туда не просто так. Еду работать, в Ялте буду базироваться. Буду тренировать местных ребят. Вот. Ну вот, захотел поехать на мотоцикле, потому что это моя давняя мечта. Доехать до Крыма на мотоцикле. Вот. Это будет серьезное испытание для тела и духа. Вот. Сейчас взял камеру новую. Буду небольшие видосики вам записывать. Отчетность, фоточки, наверное. Если будет настроение, буду монтировать. Ну, в общем, вот такие вот дела. Не знаю, что из этого получится. Давайте следите за новостями на моем канале. Буду выкладывать все. И так, для себя, для истории оставлю. Счастливо.